Мой доклад называется «Камень в литовской поэзии 1930-95-х годов. Грамматика и семантика». Но прежде чем начать, наверное, этот доклад, я вот тут вот поставила тексты литовских поэтов, некоторые, которые мне показались важными как раз для этой темы. И здесь хочу вот сразу обратить ваше внимание на вот это последнее стихотворение на литовском языке, я его не перевела, переведу сейчас. Я хочу быть, и я являюсь камнем, кинутым в живую цель, камень, кинутый в живую цель, камня острой гранью, камню верная, камень выбирая, камню доверяя, веря камню, но это творительный падеж в литовском языке. И в камне я нашла себя. Это такой самый простой пример того случая, когда бы мы говорили о грамматике и камне. Ну, на самом деле достаточно формальный, но я бы хотела этот стих как раз поставить эпиграфом к своему сообщению. Тему доклада задало два исследования. Первое из них — это исследование, проведенное на основе Национального корпуса русского языка, поэтического подкорпуса, выполненное Натальей Витальевной Злыдневой, текст «Камни в поэзии русских символистов. Анализ на основе НКРЯ», результаты которого были опубликованы в электронном журнале «Новые российские гуманитарные исследования» в 2015 году. В этом исследовании рассмотрены контексты лексем «камень», «каменный», «окаменеть», «каменщик». В творчестве поэтов начала века анализируются семантико-синтаксические связи существительного «камень» с глаголами и прилагательными с учетом оппозиции «живой» и «мертвый». Отмечены наиболее частотные, самые редкие эпитеты, частотность рифм, поэтическая метаморфизация и так далее. Очень интересная работа, я думаю, что многие с этой работой знакомы. И там представлен такой обобщенный образ камня в русской поэзии начала XX века. И эта работа определенным образом перекликается с другой работой, выполненной на литовском материале, Скирмантасом Валентасом «Триматис акмуа», акмуа отминтис, летуя поэзия, трехгранная, камень или камень в трех измерениях, камень я память в литовской поэзии. Статья была опубликована в журнале в 2011 году «Литуанистика», том 57, номер 2, на страницах 173-187. На материале творчества четырех современных поэтов – Влада Сабразюна, Сигита Гяде, Айдаса Марчониса и Сигита Сапорольскиса – рассматриваются общие вопросы поля «камень», связи лексемы с падежной системой местоимения «аж», «я» и связь камня с памятью. Текст статьи достаточно сложный, и здесь говорится о том, что поэтический текст о камне представляет собой область поэтической лингвистики sui generis, но там есть один раздел, в котором представлен поэтический контекст слова «акмо» — «камень» по-литовски. Рассматривается связь камня с телом человека, обсуждается, является ли окаменение свидетельством меньшей подвижности или наоборот, оценивается способность камня путешествовать, подобно птицам, льдинам и в конечном итоге подобно людям. С другой стороны, в статье отмечается близость камня к таким подвижным объектам, как облака и вода, причем в первую очередь с водой. И эти два исследования заставили обратиться к литовской поэзии XX века, чтобы проанализировать лексему «камень» и однокоренные ей слова в их синтагматических, парадигматических связях, оценивая грамматические и семантические валентности, преимущественно с точки зрения оппозиции живой-неживой, с учетом способности к переходу в мифопоэтическое пространство. Ну и я рассмотрела материал поэтов. Этих поэтов достаточно много. Это и Винцас Миколайтис-Путинас, Бернардас Бразджёнис, Саломея Нерис, Jonas Aistis, Хенрикас Нагис, Альфонсас Ника-Нилюнас, Лаумия Сутама, Мариус Кателичкис, Янина Дегутите, Каланавичус, Балтакис, Мацкус, Марцинкевичус, Мартинайтис, Венцлова, Бразюнас, еще некоторым Стрелкунас, например, Мякас, Сигита Гяде. Эти тексты, которые были рассмотрены, они были взяты из некоторых электронных источников. Есть такой хороший электронный источник, виртуальная система электронного наследия, литовского электронного наследия. И электронная антология, классикинė lietuvių литература, антология называется, а также «Šiuolaikinės литературос тексту антология». Но некоторые тексты, конечно, пришлось смотреть в бумажном варианте, в частности, тексты Ника Нилюнаса и Jonasa Aistiso, Нагиса и Венцловы. Вот такой достаточно объемный представительный корпус, он дал примерно 350 микроконтекстов, которые были рассмотрены вот как раз в разнообразных связях этого корня или лексем с корнем акмо. Причем вот как определялись поэты? Конечно, этот период достаточно условный, потому что начинается он со стихов Винцаса Миколайтиса-Путинаса. Его стихи появились немножко раньше, уже в 20-е годы. Ну и Бразджёнис, например, он тоже, его стихи там 27-го года, например, есть. Но на самом деле реально 30-е годы — это как раз начало такого достаточно нового с периода в литовской литературе, когда литовская поэзия становится достаточно убедительным явлением. Заканчивается этот период последним контекстом из поэзии Ники Нилюнаса. Ника Нилюнас — один из самых интересных литовских поэтов XX века. Он жил не в Литве, жил в Балтиморе. Его творчество отличает философичность, глубокой рефлексии и насыщенность поэтического языка. Исключительно интересный поэт. Ну а что касается, там, например, творчества Томаса Венцлова, то было рассмотрено практически все, потому что основной поэтический период его творчества приходится на вторую половину XX века. Контексты очень неравномерны по авторам. Больше всего таких контекстов оказалось как раз у Ники Нилюнаса. Много, это около 56 контекстов. Томас Венцлова 38, достаточно много у Естинуса Мертенкявичюса 122 и так далее. Меньше было у Бразджёниса или у Миколайтиса Путинаса, там по 13-14 контекстов. Но все равно эти контексты, конечно же, показали, что авторы достаточно своеобразны в трактовке камня. С другой стороны, обнаружились общие черты, которые позволили говорить о поле камня в литовской поэзии. Оказалось, что всего там было в литовской поэзии, я обнаружила совсем мало слов с этим корнем акм. Это акмо и производная акменелис. Иногда встречается акменинос. Акменинос — это местность, засыпанная камнями. Это может быть каменная страна, каменная территория некая с камнями. Это могут быть названия типа бранка акменис или калька акменис, известняк. Бранка акменис — это драгоценный камень. Это может быть акменскальдис, камнесек, или акмянвете — это местность, покрытая камнями. В литовском языке достаточно много таких композитов, составных слов, но прибыли прилагательные из них: акменинис, акменингас, акменетас. У Миколайтиса Путинаса несколько раз встретилось. Ну и глаголы суакменеты или акменеты. В словаре литовского языка вообще-то отмечается около 70 лексем, связанных с этим корнем. То есть можно видеть, что в принципе поэзия ограничится достаточно небольшим количеством слов с этим корнем. Однако связи с лексемами, имеющими корень акм, очень разнообразны. Для начала возьмем слово акмо и акменелис, камень и камушек. Я рассмотрела, поскольку я заявила, что это будет грамматика и семантика, то я исходила как раз из грамматических позиций, грамматические позиции субъекта и объекта. Выбрала позицию субъекта, позицию объекта. В качестве субъекта акмо, камень, сочетается с глаголами активного действия, прежде всего движение, перемещение, причем это перемещение и движение может осуществляться как вертикально, так и горизонтально. Камень падает, акменели скрито жемин, камень может пододвинуться, акменели посислингбент трупутели, камень подвинься хотя бы немножко, гяда. Акменели скрито кило и виршу, камень поднимается вверх, Балтакис, кайп акмо проланга, помегенькит пагаутманя. Как камень через окно, горизонтальное движение, может и вертикальное быть. Попробуйте меня поймать. Территория может быть вполне неопределенная. Эжеровская друз, дугнею акменели и реда. По дну озера катятся камушки. Возможны разные виды движения. Там может быть и скользить камень, может быть и нырять камень и так далее, совершать другие осуществлять другие виды движения. И причем очевидно, что это движение может быть как неживого, так и живого объекта. С этой возможностью перемещаться связана способность произвольно прекращать движение. Редет поваргес, но аукшаусё кално, сустоя пельсет по самоном тикты. Устав двигаться или катиться с высокой горы, камень остановился отдохнуть на мху. Контекст демонстрирует активность камня, способного испытывать усталость, а также его включенность в ряд с одушевленными существительными. Производить другие активные действия, перечислять не буду. Действия, в том числе, которые могут носить разрушительный или саморазрушающийся характер, кенопи акмени ставя сужейда, чьи камни тебя ранили. Я геалежис акмо прислеги тип скауджей, железо, камень его придавили так больно и так далее. Он может давить, он может ранить, он может биться. И он может раскачивать землю, камень в том числе. Акменис жемя килное. Камень раскачивает землю. Камень связывается с ментальной деятельностью, памятью. Паликяля акмоман приминту кашка. Около дороги камень мне мог бы напомнить. И очень много и часто встречаются контексты, где камень связан с разными акустическими действиями. Кричать, звать, стонать, охать, рыдать. Гирджу кайпшауке акмо, кричит камень. Турбутуш клидитас преварту, наверное, его задели около ворот. Администауродос айманоту, камни тебе, наверное, жаловались бы, стонали. Контрус акмо вайтоя. Терпеливый камень охает. Такая речевая, акустическая деятельность может быть связана со смысленной речевой деятельностью, например, «Ману прана шулупом кальбею акмо и рсмелис». «Моими губами пророков говорили камень и песок». «Калба акмо и рмядис небелис». «Говорит камень и дерево немые». Дайное акмени сровея. Поет камень, поют камни в потоке. Камень может также диктовать. О акмо, подода виру стилю, ир лянтеля, ир иман нескубедамас диктуате. Камень подает мужчине стело и табличку и начинает неторопливо диктовать. Камень способен испытывать различные состояния, в частности спать. Мега жувисер спиндичос гельмей ир ауксо акменей. Спят рыбы и золотые камни. Отменили пилкутели армеги дегутита. Камушек серенький, ты спишь, спишь. И этот камень, который спит, он может и проснуться. Ну, Будда упея акмо Ника-Нилюнас. Проснулся в речке камень. И еще одна особенность камня, это литовского камня, это его близость к растительному миру, в частности, способность цвести. Много примеров. Но всякую сей упес вагой, жидя акменис жмугаус акюс палва. В высохшем русле реки цветут камни цветом человеческий глаз, глаз человека. Как прожидо пакелес акмо, когда расцветает камень у дороги. Кур отменили жиды, как цветут камушки, где цветут камушки и так далее. Таких контекстов реально очень много, и это бросается в глаза. И кроме того, он способен испытывать температурные состояния и их менять. Он может холодеть, акменис шала Саломея Нерис, он может нагреваться, он может становиться горячим, и он может остывать и так далее. Он может создавать оптические эффекты, он может жейжароты или еще есть контекст, где он швеча, светится, сияет, блестит, но нигде нет контекстов, где бы камень горел. Я напомню просто, что в русской поэзии, ну вот по исследованию Злыдневой, камень — это то, что прежде всего ассоциируется с пламенем. Камень, пламень, рифма и, соответственно, масса контекстов, где камень пламенеет. Ну и в качестве объекта он тоже весьма разные проявляет способности, но поскольку время неумолимо идет вперед, я немножко приведу только те примеры, которые мне показались очень интересными с точки зрения как раз особенностей литовского камня. Это его способность выступать объектом в контекстах, связанных с растительным миром, и, например, в связи с глаголом «брендинти», а «брендинти» — это «каузировать созревание». В русском языке нету соответствия. «Кайсодой акменис брендина», когда сады способствует созреванию камней, да? То есть вызывает созревание камней, заставляет камни созревать. Похожий контекст связан опять-таки с представлением о камне как о растении. Другой каз жила акмени анткяля нуравес. Кто вырвет, как сорняк, седой камень из около дороги. Еще один контекст — это Бразджёнис. Бет акменимис принокус жями, это Марцинкевич. Отменимис принокус жями, прошу прощения. Земля наполненная созревшими камнями, да, то есть камни зреют. Ну и, например, такое, ну, это вот то, что действительно странно звучит с точки зрения русского сознания, наверное. Камень можно заставить плакать, это уже другая чуть-чуть семантическая область. Отменили шаля вешкелю провиргдет. Вы заставили плакать камушка рядом с дорогой. И еще одна область, которая уже как бы привычная для камня, это область чтения «Атменелюскай», то «Червинта нуримус». «Камушки читает речка Щервинта, успокоившись. Да, этот контекст, конечно, связан со способностью камня быть носителем изображений, таинственных письмен, которые могут быть связаны, с одной стороны, с памятью культуры, но с другой стороны, с посланием неизвестных миров. Здесь такой контекст из Ника-Нилюнаса «Ir dienos lyg akmenys su skausmo runom, kurių nežinomos prasmės mislingos slegiama». Как будто камни с рунами боли, придавленные таинственным смыслом, неизвестным смыслом этих рун. Таким образом, камень является, с одной стороны, живым, связан с растительным миром, связан с миром человека, отражает мир человека. С другой стороны, является актуализируемым объектом культуры, потому что, когда Щервинта речка читает, она актуализирует этот текст и делает его существующим здесь и сейчас. Я опускаю, естественно, все обстоятельственные ситуации камня. И здесь только хотела, может быть, чуть-чуть так вот сделать шаг в сторону. Дело в том, что понятно, что камень — это на камне, под камнем, рядом с камнем и так далее. Но даже в этой ситуации камень оказывается двойственным в том смысле, что если я лежу на... Я пересказываю один из контекстов. Если я лежу на камне, то я живой, и я смотрю в этот свет дня. Да? Если я лежу под камнем, то я оказываюсь обернувшийся туда под землей. И это выражено, эксплицировано в литовской поэзии. И это одна вещь. И вторая вещь, которая мне показалась очень интересной, она была у Нагиса четко совершенно выражена, это появление вот этих обстоятельственных значений камня еще в тех контекстах, где говорится о чуть-чуть другом мире, о мире, но не потусторонним, в смысле не ад, там, смерть, там, да, а это другой мир просто. Это мир, это идиллия, например, текст, идиллия, что такое идиллия, да, это мир, вымышленный мир, как бы не существующий, но это не смерть, это не полное пропадание. И в этом смысле, вот очень характерно, там у него речь идет в этом стихотворении «Идиллия», речь идет о овечках, которые скачут с камня на камень, да, и мы понимаем, что камни начинают участвовать в этом движении, в этом специфическом весьма мире. Прилагательные, которые характеризуют камень, это вес, цвет, влажность, температура, некоторые другие характеристики. Вес, конечно, прежде всего камень тяжелый. С другой стороны, камень, естественно, причем камень тяжелый чаще всего там, где речь идет в переносных контекстах, там, где речь идет о жизни, судьбе, из Кекштаса, например, Гивяньмуак, чеки. Его участь тяжелую, как камень, перенос сравнения, да, ты раскрой его судьбу, которая тяжелее, чем камень у Аистиса, и так далее. Это масса таких контекстов, конечно. С другой стороны, у Венцлова, например, очень странный контекст такой, у него речь идет о том, о смерти на чужбине, когда меня прикроет легкий камень чужбины, чужой камень, да, чужой камень оказывается легким. Конечно, камень твердый, что нормально, да, и этого много. Например, вот такой поэтический контекст «Бангос ашменис галандо и кетус акменис и йоданак ты аистис». Волны точат острия, лезвия о твердые камни, о черную ночь. Да? Здесь вот мы видим еще, такая опять-таки в сторону, это как раз Скирмантас очень подчеркивает эту связь камня, акмо, и острия, лезвие, ашмо, да, акмо, ашмо, ну, слышно, перекличка, да, и вот как раз этот контекст, он, мне кажется, Аистиса очень характерен как раз потому, что он сочетает в себя целых несколько важных значений, важных для камня в литовской поэзии. Во-первых, бангос, волны, да, это связь камня с водой в литовской поэзии совершенно очевидна. Во-вторых, вот этот ашменис, острие, да, лезвие, о котором говорил Скирмантас, который доказывается рядом контекстов. Ну и вот этот твердый камень и связь с ночью. Но на самом деле характеристика твердости и мягкости может быть как положительная, так и отрицательная. И более того, если говорить об этом качестве твердость, мягкость, то в некоторых контекстах оказывается, что камень может быть и мягким. Тарпмингшту акмену, у Нагиса контекст все равно есть. Да? Влажность камня очень частая характеристика в литовской поэзии. И она, как уже было неоднократно отмечено другими исследователями, часто связывается и с этой с жизнью, и с возможностью давать новую жизнь. Поэтому этот влажный камень может и прорастать. С другой стороны, конечно же, влажный камень не всегда положительно, опять-таки, характеризуется. Например, у Ника-Нилюнаса в заботе о брате, стих Бролю, брату, он говорит, что я всегда буду заботиться о том, чтобы отдрегную акменуту не суклуптум, чтобы ты на влажных камнях не споткнулся. И цвет серый, белый или черный. Серый — это стабильный, ну, нормальный. Седой, который так часто встречается в русской поэзии, встретился среди этих контекстов один раз. Серый чаще всего — это нормальная нейтральная характеристика камня, как я уже сказала. Белый и черный встречаются часто, причем белый чаще всего в контекстах радостных, чаще всего, но не абсолютно, а черный чаще всего в трагичных контекстах. Но и иногда встречаются редко вечный, амжинас, иногда встречаются швянтас, священные камни, полестия акмени швянтус, например, в разговоре о замке Гдеминаса, притронуться к священным камням. И вот эта тема вечного и священного камня, конечно же, выводит на разговор об отношении к вечности и ко времени. Отношения с вечностью и со временем у литовского камня сложные. Время противостоит камню. Лайкас от Симуша и Акменис. Время отбивается от камня. У Ника-Нилюнаса, с другой стороны, лайкас сустингес и акмени, время застывшее в камне. Ну и еще в одной комбинации время разговаривает с камнем. Тот же Ника-Нилюнас, когда характеризует поэзию, он говорит, что поэзия ира геологинис процессас акменс ир лайко диалого жочося. Поэзия — это геологический процесс в словах диалога камня и времени. Ну и не увлекаясь более, могу сказать еще только один такую маленькую деталь, что встретилась у Стрелкунаса, например, камень. Почему такой он может быть теплый, дорогой, родной вот в литовской поэзии? Да? Он часто теплый, он часто согреваем солнцем. И это потому, что на самом деле камень ассоциируется с родиной, камень ассоциируется с Литвой. И ну, прочитаю даже. «Огал ир небуво, ни то, ни щито тек саулес ранка, антакменс парашита». Kad šičia ilsėjusi tas arba ta, kad akmenio vardas tėvynė. Kiekvienas ateina pasėdint Посейда Анчито Акменс Ирменшта, Стрелкунас. Может, и не было ни того, ни этого, это только солнечной рукой или рукой солнца на камне написано, что здесь отдыхает тот или это, а имя этого камня – Родина, и каждый приходит сюда, посидит на этом камне и умирает. Да? И таким образом вот камень становится таким, ну, как бы свидетелем, да, свидетелем жизни. И сам становится участником жизни. Поэтому, например, в одном из контекстов, забавный контекст, где говорится о том, что камень забыл, что он превратился в камень. Да? В смысле, значит, камень забыл, что он окаменел, да, он живой и... Да, понимаете? И вот это такое единство пассивности и активности. С одной стороны, конечно, камень принадлежит городу, и в литовской поэзии тоже, но с другой стороны, и вот он тогда черный, холодный там и все такое. А когда он камень своих полей, своих дорог, да, то он становится камнем таким одушевленным, одухотворенным, а тем более рек и озер, да, где он становится подобен рыбе, подобен, когда он подбрасывается в воздух, он становится подобен птице, и таких контекстов, конечно, достаточно много. Он, камень можно приручить, его можно пасти, контекст есть, я камни пас на лугах, ухожу. Да, и его можно ухаживать, его можно выращивать, собирать плоды его, да, камни. И вот его способность к трансформации, изменению форм, способность к агрессии, с одной стороны, но его способность испытывать физиологические и психологические состояния, делать его близким, понятным человеку. И, вероятно, это и позволило Ника-Нилюнасу охарактеризовать камень наряду с деревом как самые таинственные элементы природы, ты ирата спац вейкистес негас, интимей кринтентис ант меджо ир акменс, кури ира послаптингяуси элементой. Он говорит о снеге детства, который интимно падает на дерево и камень, которые являются самыми таинственными элементами. На этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за доклад и замечательные примеры. Но у меня вопрос такой больше по методологии. Вы выбрали такой большой период. И априорно понятно, что он очень разный. Есть довоенная поэзия, есть, видимо, поскольку это корпус соцреалистическая поэзия, поэзия 90-х. Вы как-то дифференцировали или вы думаете, что это не важно? Я не дифференцировала, но на самом деле, вот я говорила о том, что отношения к камню разные, и это видно, потому что у меня было как, то есть я не все скидывала до кучи, да, а у меня просто вот блоки, ну вот там, скажем, Миколайтис-Путинас, Саломея Нерис, там, Венцлова и так далее, и каждый по-разному. Я потом, вот, ну, проанализировав вот этот корпус, каждый, да, выбирала, ну, вот, наиболее характерные черты как раз для этого поэта. Да? И судя по всему, вот, видно, как растет литовская поэзия. Ну, в содержательном, в поэтическом смысле и так далее. Да? Если у Миколайтиса Путинаса, например, гораздо чаще встречаются такие традиционные метафоры, что называется, да, то ну, там вот как раз вот, камень смерть чаще всего. Вот у Миколайтиса, хотя иногда встречается очень интересный другой род. У Саломеи Нерис, у нее очень часто библейский вот это камень, хлеб, да, я получу там вместо, да, вот это вот. У нее же вот, ну, у нее же вот появляется вот этот мотив камень как промежуточное состояние между жизнью и смертью. Я не хочу умереть, я хочу быть камнем. Да? Вот, ну, вот такого типа. Да? Вот. И, конечно же, уже в поэзии вот эти стихи, которые вот тут, вот, даже в названиях у них вот этот идет камень, окаменение и так далее. Да? Это вот эти стихи где-то 50-х, 60-х примерно в основном. Да? Вот, и ну, вот как-то я бы даже отметила про себя, что как раз вот именно в этот период самые интересные, вот у меня были контексты, да, но вопрос хороший, как раз потому, что вот я честно могу сказать, что они не свалены до кучи, что я знаю, где там, какая разница между ними. Все, что вы здесь собрали, это действительно уникальный поэтический текст, всех тех возможностей, поэтических возможностей, которые камень, как вот объект нашего изучения, в себе таит. И более полной картины в рамках одной национальной поэзии или одной, да, культуры поэтической пока мы не встречаем. У меня есть такое ощущение, которое у меня еще в детстве сложилось по литовским сказкам, которые я почему-то предпочитала всем другим, но подросла и поняла, в чем дело. Там нет фантастики, там поэзия внутри. Там поражаешься тому, поражаешься тому, что там ничего не придумывается, а то, что оживает, или то, что становится фантастическим, это и есть внутренняя жизнь литовской природы. Связано ли это с особенностями мифологического сознания литовцев или с культурой архаической, да, традиционной? Вот как я к этому. Потому что ниоткуда, просто из воображения поэтов 20 века это взяться не может. И спасибо. Это очень хороший вопрос, очень интересный и думаю, что правильный. И я думаю, что завтра у нас будет возможность выслушать доклады моих коллег, да, и, наверное, мы услышим, они будут говорить просто о народной традиции, да, и о современной народной традиции, поэтому я думаю, что вот больше можно будет сказать, ну, получить ответы на этот вопрос, на ваш вопрос, да, но я могу сказать, ну, вот из своего личного опыта и своего личного, как бы, переживания литовской культуры, да, то, что литовцы любят работы, связанные с руками, и работы неторопливые, неспешные, и работы с природным материалом, да, то есть для них вот эта работа с глиной, с травой, с камнем, да, их ощущение переживания природного материала, да, гораздо глубже, чем у какой бы то ни было другой культуры, которую я знаю, да. И вполне может быть, что как раз вот это вот такое вглядывание в материал, с которым работаешь, ну, устанавливается определенная область взаимодействия человек и этот материал, да, и устанавливается своего рода диалог, и своего рода, ну, вот осмысление вот того, с чем я работаю. И мне кажется, вот, ну, мы же знаем, наверное, что то, с чем ты имеешь дело, и то, с чем ты долго имеешь дело, и то, что ты, с чем ты работаешь, оно как-то становится любимым, к тому же еще, да, с любовью. И вот это вот действительно любовное отношение к камню и как к элементу своего привычного пейзажа, да, и как к элементу, который может мешать, например, ну, при пахоте, да, камень там выкидывают из борозды, он не нужен, да, и как к элементу, который действительно может помогать в этой жизни и так далее, да, который является необходимым или, ну, спутником жизни, да. Мне кажется, что вот это вот только вот отсюда берется, и не надо фантазии особенной, ты вот только открой то, что в нем есть, да, вот путем вот этого неспешного разговора с камнем. Я не знаю, насколько я ответила на этот вопрос, но вот это то, что я знаю. Нет особенной вот там стремления уйти куда-то подальше, да, выдумать что-то. Выдумывать не обязательно. Ты только открой то, что есть, ну, в этом объекте. Ну, я как носитель культуры, да, и у меня, может быть, были бы возражения, но я не имею права, потому что я не обладаю тем корпусом, которым ты обладаешь. Я только хотела спросить, как часто вот все-таки камень как место, как родина? У Стрелкунаса это вот это единственный текст, где это я, выражено, сказано, да, названо, да. Это вот только текст Стрелкунаса, да. Да. Это необычно очень звучит. Да. Я говорю, что он является, как правило, камень является обязательно. Я могу на Нику-Нилюнаса разве что сослаться.